решила поучаствовать в конкурсе, потому что мне это просто интересно, вот этот драйв, вот эта атмосфера, девочки все были очень классные, с которыми мы познакомились, они классные, добрые, все позитивные такие. Что дал этот конкурс? Ну, в первую очередь он мне дал первую вице-мисс и вообще знакомство все-таки с этими девушками, замечательное знакомство с этой атмосферой. Я вновь почувствовала себя принцессой, очутившись на сцене в короне. Я очень счастлива поучаствовать в конкурсе «Ты уникальная ханты-мансийск». Заняв второе место, я хочу сказать, что я посвящаю свою победу своим детям. Благодаря им я живу, я дышу, я люблю своих детей. Я работаю в детском саду няней, и там у меня тоже дети. В этот конкурс я пришла ради своих деток, и я доказала, что я могу. Пусть будет для них мама примером. Решила поучаствовать в этом конкурсе, во-первых, чтобы проверить себя, выйти из зоны комфорта и заявить о себе,